друзья, меня зовут Ольга Выходцева. Я сейчас нахожусь в своем 8-м комбат-туре. Это круиз, бегущий по волнам, Средиземное море, Ливан, Александрия. И что хочу сказать. Тур, по меркам вообще тура, достаточно дорогостоящий. Но скажите мне, пожалуйста, сколько может стоить бесценное знакомство? Это один из главных выводов, который я сделала в туре. И вообще ничто в этом мире не может мериться деньгами, только ценностью. Учиться у таких людей, как Седов Владимир Михайлович, Максим Валерьевич Батырев, Грачев Михаил, что забыла, я считаю, что этому нет стоимости. И все участники тура тоже это понимают. Это самое главное, что мы берем из всех туров. Новые знакомства, это не только деловые знакомства, это новые друзья, это новые взаимоотношения, это поддержка этих взаимоотношений в дальнейшем. И комбат-туры умеют делать так, что все это, они здесь действительно людей сближают, раскрепощают. Комбат-тура, одна есть отличительная особенность, я это слышала от других людей, которые состоят в разных бизнес-сообществах, в комбат-турах есть душа, и это самое главное. Именно душа, дух помогают осуществлять, казалось бы, невозможное. Поэтому спасибо, присоединяйтесь, а я сюда приеду еще не раз.